Жена хабаровского губернатора заявила, что любить надо президента, край и мужа. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, тот самый, что поехал на фронт, если бы не должность, записал новогоднее представление от своего семейства «Банный мальчик», если вы забыли. Правда, видимо, вышла больше похожим на допрос под елкой. Так супруга Галина ответила на вопрос, кого надо любить, скороговоркой президента, края и мужа. И, судя по всему, женщина в это искренне верит. Также слова напечатаны на ее футболке в цветах триколора. А вот дети в список приоритетов не попали, а зачем их любить? Достаточно допросить об успехах в школе, музыке, футболе, шахматах, словно скрепно получилось. Соцсети. Жена, кого любить надо в новом году? Президента, край и мужа. Молодец. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.